Зюк! Зюк! Мне, знаешь, больше всего нравится картинка. Стоят эти валиконы и греются у костра, да? И стоит такой какой-то такой... Все, взял еще один квест. Все, нам надо обратно в Ктулуфан. В Ктулуфанни? Становись рядом. Ровно. И поскакали. Ай, блядь, хамух. Так. Тихо. Давай вместе. Станем. Так. Чтобы так синхронно скакать. По-моему, я ща во что-то впендюрюсь. Ты был прав. Вместе мы сила. Вместе мы дебилы. Полностью согласен. А по отдельности... Да хуй знает. Надо продать всю хрень. Мне больше всего нравится, у тебя хп больше, чем у меня. Обаньки, новое платье. Обаньки, еще более новое платье. Да, блядь, муха. А, я в моба врезался. Давай, продадим дерьмо. Так. Да, блин, а... Покажите мне мое платье. Пидор не дает платье посмотреть. Не зря мы сюда заехали, я тебе отвечаю. Я получил сразу 5 частей оружия. А надо было. А надо было одна. Пиздец просто. Ах, как же охуетительно мы сходили, да? Не, это было платье длина, оно мне не нравится. А вот это платье еще короче, чем было. Чем прокачаннее маг, тем короче у нее платье. Чё надо крикнуть в такой ситуации? Шлюха. Сам ты шлюха. Шлюх. Кстати, кристаллы надо. И вставить ей кристаллы. Знаешь, прикольно, хочешь, да? Я вставлю в тебя мой кристалл? Нет. Зачаровать. Автозачарование подходит. Так. Давай. На 30 минут активация следующий эффект. Автозачарование. Хочешь большую пушку? Нет. Почему я в твоих сиськах? Я не знаю. Может, ты лесбиянка? Мне страшно. Хватит меня обнимать. Все, у меня оружие 9 уровня. Мне больше нравится, как садятся такие... И сели. Ща, подожди меня. Я тут с оружием мудохаюсь. Ну догонишь ты его. Я просто кристаллы там играю. Так, пока я еду в Ктулуфан, ну-ка я попробую что-нибудь куда-нибудь засунуть. Зачем ты хочешь кому-то всунуть? Потому что мне не дает всунуть. Так. Пассивные, ездовые животные.
все. Меня зовет восклицательный знак. Но я обхожу его к вопросительному. Помогать другим всегда приятно. И меня снова зовет вопросительный. Сейчас у нас в темный собор отошли. Нужна моя помощь? Или не в черный собор. Ну, короче, она сейчас куда-нибудь скажет. Так. Мы будем выполнять все квесты на миникарте. Ты еще ебанутый, что ли? А я выполнял. Ты ебанутый, что ли? А я их выполнял. Все, сука. Пошли отсюда нахер. Я все, блядь, квесты выполнял. Ты понимаешь, насколько я ебанутый человек? Ну я говорю, пошел на в баню. Подожди меня, идиот. Ох, я тебя ща под трибунал. Оскорбление, нужно снова лица в яйцо, чё? Ты людей в гильдию набирай. Ой. Так, хорошо, сейчас все будет. Только основной чат мира не читай. Основной мир. У тебя что ли рупор есть? О, точно, в рупор ща пухнем. Тихо, не надо так. Не надо. Набираем в гиль ее. Ты нахуй, я тебя съебу. Проституток. Иди ты нахуй. Я тебя сделаю сейчас бомжом разведчиком. Нам надо Вилтану. Да, им все равно еще эти все квесты придется выполнять. Так, ты куда съебался? Я от тебя съебался. Нахрена от тебя съебался? Просто взял и съебался. Так, а куда нам надо там? Нам надо вон туда. Куда я сейчас еду? Будем все квесты выполнять? Нет. А нам все равно их по пути. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ты не хочешь выполнять все доп. Квесты? Да. Как же быстрая прокачка. Закинь нас на что-нибудь новенькое. На... Начнем в стальную канонаду. Ищи группу. О, я могу в этот... Как его... подземелье. Я тоже могу в подземелье, но в подземелье лучше не ходить. Почему? Потому что они могут быть сюжетными. Необязательное задание, заходи. О, начнем стальную канонаду. Да, да, вот это. Поиск группы. Я без понятия, что это. Используй подбор подземелья в арену не могут. Чего? Что тебе там написало? Использовать подбор подземелья и арен могут не больше одного игрока. Ясно, это арена. Плеяды. Да. В смысле? Давай в подземелье загоняем. Срочный как... приказ, истребите наемников тьмы. Все. Какого именно подземелья? Оба. Всех, короче. Бежище культистов там придется выполнять по квестам. Пофиг. Гробница некроманта тоже. Мы еще утесы безумия ни хрена не выполнили. До сих пор. Ну, ебись вообще. Шо, ни одна проститутка не хочет это? Доп квесты не берем, значит, да? Но квеста не берем. Ну, значит, похуячили. Доп квесты это долго, блядь. Значит, ща быстро по фасту проходим локацию. Тем более, блядь, меня набить.
после этого коса. Ну тоже она бесит, хочется побыстрее отсюда съебаться. Ну. В какой-нибудь такой зеленый или даже в пора Элину. Было прикольно выполнять ДПС. Угу. А тут, блядь, пустыня, еще в ухо надует песка. А вдруг в трусы надует? Ладно, когда у тебя есть болт, и ты им махаешь. А когда у тебя там шерсть, и нету болта, которым махать. Это уже страшно. Если надует, то будет плохо. А ты прикинь, если надует и залетит. Ты понял? И прикинь, что делать? Это же родится песчаный маск или песчаный воин. Это же, блядь, жопа. Да. Представь, какое это потрясение для бабушки. Интересно, а у нас есть бабушка? Или дедушка? У нас вообще есть хоть кто-нибудь? Из родни. Да. Почему тут нельзя создать как мы родителей еще? Как мы появились на этот свет? Ну все. Раз ты не хочешь брать долг задания, а то хуя чем напролом. Если ты не хочешь брать долг задания, хуя чем напролом. Нормально. И у Паши мысли, вот сука, блять, пирог, ты обосранный, блин. Топ задание не захотел брать. Да-да-да-да. Так, я в час позвоню, узнаю насчет того, что чё на обед приготовить. Если будут суп вчерашний, то, блин, погрею суп и все нормально. Короче, у меня сегодня разгрузочный день. А я помню, как я вот эти вот цветки, да, блядь, после куда-то обеда. Да вот помню, как, сука, вот эти вот, блядь, животных я хуячил, которые торчат из песка. Это еще та хуйня. Они, знаешь, блядь, вот кажется, торчит какая-то хуйня маленькая. Оно вылазит, сука. Дилда здоровая, да? Ну. А, как мне больше всего понравилось. Ну, у меня... Ну, Санёк, это Санёк, да? А у меня есть еще один друг-говнюк. В общем, короче, однажды он скинул мне интересное такое видео, да? Заставка вроде адекватная, да? Короче, скинул он мне порнуху веселую, да? Короче, там какая-то... Ну, там типа хентай, да? Здоровый орк, да. И маленькая девочка. Угадай, что они там делали. Ебались. Да. Мне больше понравилось, как она в живых осталась. Потому что дырка миллиметра 3-4. Радиусом. И я себе просто это представляю. И стояк. Ты просто не представляешь, какая у меня фантазия. 10 сантиметров в окружности, блядь. Я тебе говорю, ты просто не представляешь, какая у меня фантазия. Я себе это уже все представил. Две модели. И представь. Оно влезает. И все. Ты куда, блядь, убежал? Не, я себе просто это представил уже. Это, блядь, жесть. Не, да. Если это... Если ссылка не потерялась, эти скины. Знаешь, и такой Роскомнадзор подслушал такой... Паранормы нашли. Это скорее ФСБ, КГБ, ЦРУ. Нет. Ты напиши ФСБ. Ну, у меня там ссылка на порнуху, может, вы помните? Вы помните? Куда она, блин, да? У меня четверочка тут. Помните, где она? Да. И о чем она?
Скиньте, пожалуйста. Надо очень. Да. И знаешь, они такие: так, а откуда эта сука знает, что мы следим за ним? Да, эти шутки там уже по всему интернету есть. Ну да. Оба какой-то свиток. Все, выполнил еще меня. У меня тоже. Тоже. Да. Побежали сдавать. А, кстати, вот я... А, в общем, перед тем, как я расскажу, что я хотел рассказать, надо рассказать предысторию этой истории. В общем, слушай, сидим мы с Саньком, да? Он мне заявил то, что он помнит все скины, которые у меня есть на чемпионах, да? Короче, ну, начал я ему перечислять чемпионов, да, и он мне начал перечислять, какие у меня скины есть. Потом говорит: ну-ка, а на север какие? Он говорит: такой-то, такой-то, такой-то. Я говорю: а вот этого у меня нет. Он говорит: как нет, он опять у тебя есть. Я говорю: нет он у меня. Он говорит: есть. Я говорю: короче, если он у меня, если его у меня нету, ты покупаешь GTA и, за... и на самом говёном мотоцикле едешь на гору Чилиад. Он говорит: а если я выиграю, я говорю, тогда я лично займусь твоей прокачкой. Угадай, кто выиграл. Ты. Да. Знаешь, Илья как услышал такой, меня долго мучил, чтоб я посмотрел, есть ли у меня этот скин. Потом он, блин, начал придумывать что еще, как он будет издеваться над Саньком. И тут я понял, что Илья такое существо, которое любит пакостить. А, это незаметно? Заметно. А ты думаешь, почему я не хочу, чтобы он пришел в нашу тиму сюда? О, мне... Мы с тобой все собираем по тактике. Так. Ну, почти все. А он, сука, пидор. 100% так делать не будет. Мне сейчас один написал, пишет это. Ну, дружбан мой. Во, будешь, пишу попозже. Попозже. Блин, вот я сейчас сижу, начал вспоминать, как чемпион нового зовут, да? Забыл. Пойду на кухню, резко вспомню. Но я сейчас вспомнил, как ее зовут. Камила зовут. Баба руки-ножницы. Как я ее в шутку продал. Сказать почему? У нее, короче, вместо ног лезвие. И она такая: тык-тык-тык-тык, блин. Веселый чемпион. Блять. А если бы мы сейчас брали доп квесты, мы бы с тобой не ебались просто на одном лагере. О, подбор группы завершен. Я забыл, что мы в подземелье.